Ну да, в лучшем случае 8-9 будет, как бы 8-9-10 это его места будут. Фрэнк Эрол здесь мяч 5 мира с Денисом Теном. В начале сезона говорили о том, что олимпийский чемпион Эвен Ласичек вернется в любительский спорт, но возвращение, которое еще должно было состояться год назад, спустя 12 месяцев, не получилось. Ласичек снялся с этапа Гран-при, где он должен был выступать осенью. И больше Ласичек не появился. С вами... Хорошее вращение. Тройной тулуп в каскаде. Ну что, молодец, молодец. Денис, удалось в этот раз ему откатать чисто программу. Очень красивая программа, она ему идет. И сегодня у него все сложилось. Давайте еще раз подробнее об этих его программах даже. И о короткие произвольные, потому что мы когда-то об этом несколько лет назад говорили. О том, что хочется все-таки увидеть, может быть, не два отдельных произведения, а одно целое, но просто разделенное на две части. И вот Денис в этом году с Лори Николой поставили они... две программы, короткую произвольную на одну тему. Фильм «Артист» взяли саундтрек к этому фильму. И у него костюм произвольной программы будет практически такой же, только отличаться будет тем, что будет расстегнута рубашка, да? Да, и бабочка на расстегнутой, да. Будет расстегнута, да. То есть это две части, можно сказать, две половины одного сюжета. Первую половину мы сейчас увидели в короткой программе, а вторую половину мы увидим произвольно. Да, вот приятно, когда опытный тренер так поздравляет с ученика с хорошим прокатом. Были у него моменты провала у Дениса, мы знаем, что не складывалась программа, а здесь сложилось. Очень приятно, что у него
короткая программа сегодня удалась. Но здесь маленький недокрутик-то был, конечно, чуть-чуть. Сейчас смотрим тройной аксель. Здесь чисто. Это чисто было. Одаренный фигурист. И о его таланте начали говорить еще в 2008 году, когда он выступал весьма и весьма неплохо. И тогда он был четвертым на юниорском мире. И на дебютном своем чемпионате Европы занял 8-е место. Ой, даже это был, я прошу прощения, нет, это был не чемпионат Европы, это был не чемпионат мира. Какой чемпионат Европы? Казахских фигуристов, я уже заговариваюсь, прошу прощения. 8-е место, конечно, он занял тогда на чемпионате мира. Континент, 4 континента, то ли? Да. Ух ты! Ну все, вот мы дождались этого. 91-56. Вот она пошла, призовая тройка. 91-56. Вот только, только никто не ожидал, что первым за 90 уйдет Денис Тен. Парень, который родился в Алма-Ате, тренировался в ЦСКА в Москве, потом уехал в Америку.